Rainbow English, учебник 5 класс, 2 часть, Unit 4, Step 7, и упражнение номер 10. Видно плохо, ориентируйтесь, если что, по учебнику. Но я буду его читать, произносить, то есть, думаю, будет видно. Главное тут перевод знать. Какие слова могут помочь вам описать цирковое шоу? То есть мы их все читаем и просто будем выделять, какое же нам подойдет слово для описания. Итак, первое слово bright. Если что, у вас учебник перед глазами, надеюсь, есть. Bright – яркий. То есть яркое шоу, можно так сказать. Funny – забавный. Ну, забавное шоу можно, да, то есть там клоуны, может быть, будут. Funny. Unusual – необычное. Можем сказать unusual show. Wonderful – чудесное шоу. Можем сказать colorful – то есть такое яркое, красочное. Можем сказать, наверное, тут я уже подумала, можем, да. Fine – хорошее. Fine – a fine show. Ну, так, под вопросом я бы сказала fine. Вот здесь, кстати, да, такой вот, я даже не знаю, как бы, ну, наверное, нет. Interesting – интересное. Это, конечно, можем назвать шоу интересным. Pleasant – приятное шоу. Ну, вряд ли приятное. Обычно это про музыку, там, не знаю, что еще, погода приятная. Sunny – солнечное. Ну, вот это точно нет. Busy – занятое. Ну, в одном из его переводов, ну, вряд ли. Dangerous. Кстати, почему бы и нет? То есть, в принципе, шоу, наверное, может быть опасным. Там, если дикие животные без клеток бывают, их выпускают, или какие-то трюки без страховки. Ну, вот даже не знаю. Ну, давайте подчеркну, но сами смотрите. То есть, тут так, как бы, может быть, но это редкость, конечно. Dangerous circus show. И friendly. Это дружелюбный. Ну, вряд ли. Дружелюбное шоу точно быть не можем. То есть, смотрите, я вот насчет fine, ну, скорее всего, нет, так бы сказали good. То есть, хорошее шоу, good. А dangerous, опасное, ну, это такое субъективное мнение. То есть, я вот описала, почему я думаю, оно может быть опасным. Может быть, вы считаете, что там опасности никакой, поэтому dangerous можете убрать.